Lohan, Casagna, Messi, Di Maria. На Месси 1-1. Леонель Месси. 12-я минута. Эквадор, Аргентина. 1-1. Лео Месси. 1-1. Какая сумасшедшая у нас сегодня игра, а? Я думаю, вам нравится, но мне тоже. Вот так вот. Но надо сказать, что данный счет, который вроде бы повреждение, да. Но они на скамейке запасных. А Месси с мячом. Удар, гол! Удар, гол! Гол, 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 гол! 2-1 сборная Аргентины выходит вперед. Лионель Месси. Лионель Месси, которого многие подвергали критике. Про которого многие говорили, вот, дескать, он сборной Аргентины не тот, как в Барселоне. Но посмотрите, кто сейчас. Удачно пока играет здесь Отаменди. И очень удачно. Мяч у Месси под левой. Удар! Он гений! Он просто гений! Хет-трик Месси! И Аргентина одной ногой на чемпионате мира в России! Лионель Месси! Вот это да! Вот это Месси! 3-1! Сборная Аргентины выигрывает у Эквадора! Но сейчас, конечно, поувереннее заиграют аргентинцы. Получает мяч Лионель. Месси уходит от арбалеты и перекидывает через... Buena acción de Messi, va Leo. Va Messi. Encara Messi. Sigue Leo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, 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 genio, fenómeno, ido. Más aparece Leo, aparece Messi. Со счетом 3-1 на выезде у Эквадора. И хет-трик волшебника Лионеля Месси. Спасибо всем, кто смотрел в ночи этот эмоциональный, этот напряженный, этот супер матч. В первую очередь, конечно же,